14 июля 2014 года примерно в 17 часов 20 минут по проспекту Юбилейный 13 водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2115, не обеспечил безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода 1947 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Нефтекамска.